Ребята, приветствую всех! Новое видео на моем канале и начинаем сегодня грузиться. Получается, погрузка у нас в Челябинске, две погрузки, в Екатеринбург едем, там одна выгрузка. Грузим какой-то там металл на палетах, какие-то отводы, заглушки или что-то такое. В общем, вот там контора, улица Автодорожная в Челябинске сейчас будет грузить. Потом поедем на вторую, на Кулибина 3. И вот так вот будем погружаться. Сейчас открываю бок, и меня начинают грузить. Поехали. Все, ребята, загрузили меня хорошо, быстро. Сейчас иду, получаю документы и еду на вторую погрузку. Все, получили документы. Документы, пока у меня тут беспорядок, блин, первый рейс. После капиталки еще не прибрался. Надеюсь, когда-нибудь я приберусь. Фух. Все, едем дальше. Так, друзья, вот все, загрузили еще остальные коробки всякие. Вот. Место как бы все, догруз я не возьму. Поэтому как бы вот так, ребята, получилось, что все. С этим грузом я и поеду. Так, это что? Это мне не надо. Вот так вот, ребята, все, полностью меня загрузили. Итак, ребята, записываю видео, только выехал с загрузки, и вот такие вот проблемы, не знаю, что-то мокрое, какая-то у нас турбина, двигатель весь троит, чихает и пердит. Похоже, что-то случилось не так, что-то пошло не по делу, поэтому сейчас я с загрузкой, похоже, облом, будем перегружать, что-то думать. Я еду до Ленинского, там разбираемся, что с этим двигателем, пытаюсь аккуратно доехать до места, до Ленинского. А там уже будем думать. Так что как-то так. Ребята, привет. Сегодня уже у нас вторник, 24 октября. Я расчехлился, вчера я сломался. Что-то за какую-то штангу оборвал или что сегодня буду разбирать. А пока что я расчехлился, сейчас должна приехать машина. Вот, и будем перегружать все это дело. Так что не повезло мне вчера, рейс обломался, рейса нету. Так что
Будем сегодня перегружаться и загонять машину в цех, разбираться, что с ней, что случилось, чего было мало. В общем, смотрите дальше. Так, все, ребята, мы перегрузились. Вот КамАЗ. Александр, по-моему, Алексей поехал в Екатеринбург контейнеровоз. Вот. Некогда было снимать перегрузку, эту все дела. Потому что сам все перегружал. Поэтому все, КамАЗик поехал. А я сейчас заезжаю на ремонт и разбираюсь, что же с моим мальчиком. Что с ним с бедолагой случилось.